24 года в эфире. 1 августа в эфире ГТРК Карачаево-Черкесия вышла информационная программа с новым названием «Вести Карачаево-Черкесия». Более двух десятков лет мы освещаем политические, социально-экономические, культурные, спортивные события. «Вести» стали визитной карточкой телеканала «Россия». Над каждым выпуском работает целая команда профессионалов. Операторы, корреспонденты, редакторы, режиссеры, монтажеры, инженеры, водители и многие другие специалисты. Программа «Вести Карачаево-Черкесия» выходит в эфир несколько раз в день и в разное время, а также с учетом специфики регионального телевещания. Ведь только на нашем канале 5 национальных редакций и «Вести» говорят на разных языках республики. А с 2023 года информационный выпуск выходит и на телеканале «Россия-24». Телевидение остается главным источником новостей, и большинство граждан смотрят новости на телевизионных каналах.